1 ноября 2015 года на нашей службе судебных приставов с момента образования Института судебных приставов исполняется 150 лет. Преимущество, конечно, работают у нас женщины. Как и дознавателями женщины, исключительно все женщины, вот, так и судебными приставами-исполнителями. Судебные приставы, они всегда находились при судье. То есть исполняли решение суда. За неисполнение требований судебного пристава было два взыскания. Это штраф и смертная казнь. Но основная цель, конечно, судебных приставов – это исполнить решение суда, а также постановление других полномочных органов. Чтобы не иметь проблем, наверное, со службой судебных приставов, каждый гражданин может узнать о своих долгах через информационный ресурс «Банк данных исполнительных производств», который, в принципе, доступен в режиме интернета. Таким образом, не запускать и не допускать к встрече с судебными приставами, а лучше посмотреть все про себя и узнать на сайте.